Как бы тут говорить нечего. Да, я вижу. Поехали. Что, мы все во второй команде, да, будем сидеть? Да. Вы в эту карту кто-нибудь играл уже? Сань. Вот сюда вдвоем, Сань. Да, я понял, я туда. Хватите кто-нибудь, вот я попробую вот это взять. Потыкай, куда ты хочешь взять. Вот сюда. Так это не наша команда. Да я знаю его, ну подожди, дай послушать. А, я все понял, извините. Я как бы не озвучиваю вслух. Блин, мне так обычно абрамцы дали. Надо это, разойтись по каналам, наверное. Йов, вот сюда. Еду весь сюда. Давайте паузу поставим, да? Сделаем паузу и сохранимся, и разойдемся. Вот давай, так, да. Общий расход, да, сделаем? Я сохранился. Так, какую команду? Давайте, как... Я, получается, я в первой команде. Нет, во второй, да. Я во второй. Ну, значит, вот. Переходите в другой канал. Все. Нет, давайте вы, а то мне надо сворачивать окно. Короче, надо... ладно, я сворачиваю экран, сейчас перейду. Хер еще за нас. Хер, да, он. Все, погнали. Игра началась. Так, я вот через этот мост должен переехать, да, вперед? Нет, Йов. Ты должен середку занять. А ну, мост уничтожь. Да. Мост, который впереди тебя, уничтожь нахер, ёпта, блядь. Понял? Вот это вот. Али, ты говоришь, что сможешь стрим запустить. Запустишь? У нас есть. Yes. Андрюха от 3-6. Он с Украины, кстати. Ладно, тогда я. Мы боремся за бирюзовые флаги, вот за эти. Пацаны, что, двое понятно. Сюда внизу. Мы сюда сейчас с Али. А ты центр держишь, в одно лицо. Ты прям тут... первый раз. Мост я сейчас убью. Все вижу. Мост, вот этот мост убивай. Вот, видишь мосты, вот эти вот уничтожай. Но ты туда не успеешь уничтожить. Не особо не парься там. Там есть что-то там. Просто переедь, да, и не дай им красный захватить. Переезжаю, но я же не знаю. Да, я все, аккуратно, не спеши, там занимайся там, чем ты думаешь. А мы двое сюда, внизу кто двое, а мы сюда с Али. Все. Все, понял я. Занимайся, не спеши там, короче. Не парься. Все, мы внизу уже хуяримся. Да понятно, у вас ближе, нахуй. Но к этому зеленому еще подойти, блядь, надо. Сука. Сейчас мы подойдем. Ну, понятно, а что ты хочешь? Вон, видишь, броневичок уже стоит, сука. Ну, я сейчас миномет подвожу, блядь. Я все понимаю. Как они ко мне падли. Да мне танки нужны, блядь, нахуй, сейчас танки едут. Да все, я уже, блядь, расхуярил, тут сейчас минометом хуярю, да я все понимаю. Все, пизда. Давай, выставляем. Останки подъем. Мосты я знаю, я не могу пока подождать, надо этих убить. Пиздюков надо этих убрать, на. Сейчас танки расхреначат все говно.
как мне товарищ командующий. За мной! Саперы, ты приказчик, товарищ. Ага. Миномет поближе подвезу. Ну, с тобой зеленый надо занять. Вот. Профизнес. Саперы ждут приказа. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ. Есть. Есть. Да ведем, куда надо. Что-то готово, товарищ. Смотри, смотри, хуярь там тянет там. Гаубицы расставляй там, гаубицами работать. Не спешим, не спешим никуда. Али. Сука, хуярина. Вон, видишь, офицер его стоит. Это как его, генерал стоит. Все, нет у него больше генерала. Своего генерала убегаю. Сохранитесь, блин. Как скажешь. Сканился. Угу. Да-да-да. Как тебя, Али? Давай, давай. Артиллеристы готовы.
совершенно точно, товарищ командир. Есть. Есть атаковать цель. Саперы в тупую, а как приказа. Вижу цель. Мне надо нас там помог. Спасибо большое. А чё говоришь? Ну, на красном здесь помог, кто-то мне подъехал. Да, ну я бы... Ты просто центр держи, и все будет хорошо. Сейчас мы все сделаем. Что артиллерии туда все стреляют. Что говоришь? Ну это да. Мост уничтожь, просто дальше похуярь. Я разберусь. Мне надо зеленый взять, мне вообще похуй. Срал я миномет подвел. А что, их получается больше, чем нас, да? Тихо, сейчас, Арс. Не-не, равное количество, по-моему. Не, давай его тебе отдам, вот я тебе отдал его, да? Ты больше меня понимаешь в этом деле. Лучше сам распределись. Время легкий танк какой-нибудь. У меня вот с этим проблема, да? То, что меня тут и сзади, и спереди мучат. Я вот это место удержать не могу. Да там пофигу тебе, мост ломай там, да и все. Не напрягайся особо. Хорошо. Сейчас все сделаем. Не очкуйся. Я тебе отдал. Готово. Генералу. Все, забираю флаг сейчас. Сейчас заберу. Держите внизу там. Все, взял. Сейчас время потяну. Да пидорас тут бежит, да, вот это убить там. Видишь, да? Угу. Он стоит, видишь? Ломаю. Бля, мост ломает, сука. Бля, убей у этого офицера, блядь. Я уведу.
Все отлично. Мне флаг надо забрать, меня сейчас срать. Держат они все там отлично. И это надо забрать. У них команда, ебаная, они держат. Да, Сань? Да. Все, нормально, сейчас заберем. Так, как его забираем, Али, вот сюда вот плюхаемся, понял? Угу. Вот дальше, пацаны, вы там потихоньку сами двигайтесь. Понятно. Сейчас заберем вот эту бирюзовую хрень. Дальше разберемся. Опа, держим флаг. Угу. Держим, 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 все отлично. Там осталось чуть-чуть подержать там, блядь. Все, взяли. Отлично. Так, это мы давно взяли. Али, вот сюда вот. Ну, я не знаю как, смотри сам у себя как. Ну, я еще пофигу. Сам главное сюда вот. А пацаны сами по себе, вы втроем двигайтесь потихонечку. Смотрите сами, не напрягайтесь, войска не теряйте. Без напряга. Сам главное задачу свою выполнил, выполнил. Снайперов не хватает, были бы снайперы, блядь. Ну чё? Хрен знает. Теус, привет. Привет. Подсоединяйся к стриму. Да, я вот хотел. У нас тут игра такая. Подкреп пришел, ребят. Ну, гаубиц, фигаубиц, как положено все. Сука, минирует вверху, да? Бля, бля, генерал, убегай нахрен отсюда. Ага.
Арта постреляет. Это сука, вот сюда. Угу, давай, давай, давай. Вижу. Офицер надо убрать. Сейчас офицера уберу. Бля, а еще подсвети, блин, ё-моё. Подсвети, подсвети, Али. Танк, 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 свети. Все отлично. Угу. Там мины, мины впереди, аккуратнее. Я там все хреначу. О, снайпер пришли. За родину! Слип в грузовичках, извините. Ну, подмоги. Вверху как мои снайперы. Ой, что нет. Оп-оп-оп, у меня проблема. ПТшки, хуешки. Да-да-да. Артиллеристы готовы, товарищ команда. Ну, конечно, ПТшка сейчас подъедет, но... Это будет... Пехоту, пехоту, пехоту убирай. Хорошо, он ложит. Блин, говно это, блин. Надо пехоту убирать. Отлично, ПТ-шку убрали. Пехоту убрали. Угу. Вообще заебок. Миномет оторвает, классно. Так, надо сохраниться, парни. Угу. Сохраняю.
Котеос, а что это за танк был? А? Котеос, а что это за танк был сверху сейчас? Абрамс. Это прикол игры. Впереди, смотри, артой стреляю. Смотри, сколько у меня там. Говно все. Мне борту найти их. Но он уходит, смотри, видишь? Он спрятан, как обычно, в лесу. Ты же знаешь, у меня генерал... Забирай его. Я свою сторону уже продырявил, тут нормально. Воду поставить, это, под креп как бы. Или арку. Чё, ещё дали что? Ух, ёб твою налево. Жизнь, смотри, начинается так. Блин, надо арту подводить теперь. А давно играет? Ну как давно? 30 минут точно. Это кофня вычисляет, блядь. Ну тут уберите машинку. Снабжение с понтона, ёпта. Пиздобольный этот танк, нахуй, надо умирать. Блять, арту подвозить на том, да, да. Да, такая себе поебота. Ладно, разберусь сейчас. Короче, я арту двигаю, пока занят. Вон сочини. Это мост. Есть. Мне мост нужен целый. Бля, ПТ-шка снизу едет вот тут. Мешает мне. Она мне вообще ни к селу, ни к городу. Она причем видит мою КВшку, блядь, сука. Да, я попал по низу. Через мост тяжеловато перебираться. КВ-шку хорошо нагнули мы.
Вон стоит, смотри. Хорошо, он тут все заминировал. Бля, он артой еще обкладывается. Пиздец. Приехал. Поехали. Артиллеристы готовы, товарищ команда. Я подогнал уже. Подходи, мост чини вот этот большой. Убирай. Убирай вот эту группировку говно, ёб. Чини мост, подходи. Я карту перевожу. Кожик, посмотри, две эти гаубицы передал какие-то маленькие. Угу, благодарствую. Ну так, вы наступаете, ну что-то там, ну, я считаю, мы должны вам передавать. Да. Нифига себе, там наверху прорвались, так скажем. Понемногу двигаемся, я бы так сказал. Стоит этот пизделок здесь вот. Верить отряла, что не знаю, а у него смало хоть куча чего стоит. Четвером. Вот в чем фишка. Артиллеристы готовы, товарищ команда. Артиллеристы готовы. Артиллеристы готовы. Только масло. Что за люди там? Жду дальнейших указаний, товарищ команд. Есть. Да ладно. Товарищ командующий, что такое, товарищ командующий?
Никак нет, товарищ командующий. Никак нет, товарищ командующий. Совершенно точно, товарищ командир, что дальнейшее произойдет. Совершенно точно, товарищ командир. Есть. Довезем. Довезем куда надо. Довезем куда надо. Артур, есть. Готовы, товарищ командир. Да. Уже давно пора. Подкатываю, ёпти, блядь, я сейчас сбоку буду забирать это все. Вон снайпер стоит, смотри. Обалдеть, я сейчас всю артиллерию перевезу к вам. Чтобы вам помочь. Чё, я что-то плохое говорю? Почти всё. ПТ-шку вали. Вообще уничтожу. Сейчас я арту перевезу. Совершенно точно, товарищ командир. Бля, счастливая ПТ-шка ему. Чем готова на гусли, отлично. Есть. Довезем. Саперы ждут приказа. Товарищ командир. Маневр готов. Ты готова, товарищ командир? Бегом. Погоди, я, может, не замечаю сейчас. Не, ну пехоту, может, тут. Хорошо, я сейчас отъеду. Да. Я так и делал. Сейчас я просто хотел я отвлекся, артиллерию вам переводил. Взял там все так. Так, а боеприпасов у нас тут нету, да? Этих. Че, тут артиллерия стоит, бесхозная. Не, не все. Товарищ командующий. Товарищ командующий, точно.
Это не укрытие, как бы тут это пишет. Я пробую туда посадить. Сейчас я, ну я пехоту сейчас положу много, скорее всего. Да, тут... А, вот тело. Сейчас. Погоди. Да, они рядом. Сейчас будут стрелять. Вот он стреляет минометом, и меня сразу двух пехотинцев убивает там в этом укрытии. Да, завалят, поэтому я как бы и особо туда и не рвался-то. Ну, просто этот. Я хотел вас поддержать, я сейчас к вам оттягиваюсь. О, вот, а то помогай, там тебе сказали в центре работать, значит, работай, не надо нам помогать. Если нам нужна помощь, мы тебе скажем. Блин, я уже отъехал, Артой. А, ладно. И за нас не переживай, у нас, если все будет плохо, мы кричать начнем. Просто мы красный практически взяли уже, я поэтому смотрю, так думаю. Ну, надо добирать. Нет, 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 мы доберемся. Вы идите, вы дальше давите. Ты пойми, когда ты их давишь, они на вас отвлекаются. Мы нам проще будет. Ну, я понимаю. Сейчас тогда я у себя по центру буду давить их. Вот, ты занимайся у себя там своим делом. Я поэтому вам сказал, а мы там с Али займемся. Вот свое дело сделал внизу. Работаем. Все по плану должно быть. А потому красному все равно, а то это работает. Я хотел сделать все. Сейчас. Я в центре буду тогда немножечко давить. Давай, 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 а то они все сюда сейчас. Зачем нам? Ну уже тройной, два мы держим, еще один взять бы. Сейчас возьмем, не спеши. Ну вот я Арту подвез, чтобы помочь его как бы взять. Тут так быстро ничего не делается. Все, берем, три красных берем, все отлично. Берем три красных и good game, как говорится. Али, моргает у меня. Паузу нажмите кто-нибудь. Али моргает. Али, Али, Вань, Вань, Вань. Да нет, его на связи. Нажми паузу. Ай-яй-яй. Сейчас наш перезагрузится. Да ничего, сейчас красный заберем. Жалко, потому что Ваня кончится. Да, или что-то нет на связи. Зря сохранился. Не, сохранились, сохранились. Саня внизу. Ну мы держим здесь позицию вот отсюда вот до сюда. Оборонительные ведем. Ну и все,